Топ-пятерку хит-парада 2015 года замыкает Сергей Галанин и группа «Серьга». А что нам надо, если вы понимаете, о чем я? На четвертом Сергей Шнуров и группа «Ленинград», «Почем звонят колокола» и «Не более того». И, наконец, топовая тройка песен, горячо востребованных временем и публикой. На третьей позиции «Патриархи» Свердловского рок-клуба, группа «Чаев», «Ой-ё», если вы понимаете, о чем я. На втором месте и портретом Сталина на груди Гарик Сукачев, «Напои меня водой» и «Не более того». И на первом месте легендарный лидер группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов, «Шар цвета хаки», если вы понимаете, о чем я.